на трассе Казань, Оренбург, Акбулак, граница с Республикой Казахстан близ села Воздвиженка, столкнулись ВАЗ-2107 и ВАЗ-2115. Три человека погибли на месте ДТП. Еще двое травмированы, их доставили в ближайшую больницу. На место аварии выезжали полиция, скорая помощь и боевой расчет МЧС. Специалисты ведомства ликвидировали последствия ДТП. Полиция выясняет обстоятельства ДТП. По факту смертельной аварии на трассе проводится проверка. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии.